как в России воспринимается факт ухода многочисленных иностранных компаний, которые еще до недавнего времени, до начала полномасштабного вторжения, активно вели свою бизнес-деятельность на территории Российской Федерации, а ныне либо уже покинули Российскую Федерацию, либо сейчас активно планируют и собирают вещи для того, чтобы покинуть ее. Но есть еще один момент, который следует отметить, это то, как ведет себя российская пропаганда. Если с самого начала мы слышали довольно глупые заявления, абсолютно абсурдные и так далее, относительно того, что происходит в Украине, в частности, о существовании биолаборатории и даже биогусей, специально зараженных, которые должны были только славян, значит, уничтожать, полный бред, то сейчас представь себе, насколько пропаганда циклична. Не только мода циклична, но и пропаганда. Да. Вновь заговорили о биолаборатории. Да что ж такое? Представляешь? Давайте об этом поговорим с Михаилом Шейтельманом. Он уже с нами на связи. Михаил, приветствуем вас. Здравствуйте. Неужели про гусей будем говорить? Да вроде бы уже не гуси, вроде бы уже оказывается. Кто? Биолаборатории были расположены на территории Мариуполя, и именно поэтому, а не потому, что там россияне, оккупанты уничтожили практически весь город, и люди сейчас живут без нормальной канализации, без нормальной подачи воды и без тепла будут зимой. Вот не поэтому там болезни сейчас разгулялись, а потому что там биолаборатория, оказывается, были. Голуби, я думаю. Я думаю, голуби виноват все-таки. Ну, не знаю, когда был ковид, то в Дании уничтожили всех норок, знаете, потому что решили, что норки разносят ковид. Это серьезно прям. Это по-настоящему. Да, но тут есть потрясающее предложение. Я предполагаю, я, конечно, не специалист в области ковида, но тем не менее, сейчас мы наблюдаем новую вспышку ковида. Я думаю, что оккупанты являются главными разносчиками ковида, и поэтому их всех нужно уничтожить, и тогда мы таким образом остановим распространение инфекции. Как вам? Отличное предложение, потому что, вы знаете, ввели же масочный режим в Сумской области вчера. Я сразу подумал, потому что там побывали россияне. Для россияне... Мы же их оттуда выгнали из Сумской области. Вот они там были, заразили всех. Так что да, поддерживаю. Михаил, вернемся к нашей теме по поводу того, что более 50 компаний ушли с российского... 50% даже. 50%, простите, ушли с российского рынка, да, иностранных компаний. Как на себе это ощущает среднестатистический россиянин? А мне бы хотелось еще у вас уточнить. По-вашему, кто... Он такой, этот среднестатистический россиянин. Чтобы понять, повлияло ли на него, давайте все-таки создадим его вот образ. Кто это? А вот теперь мы его увидели наконец-то, кстати, впервые за последние много лет. Потому что до этого нам же показывали всякие фальшивые картинки. Там собиралась толпа, размахивала флагом. Ну это что такие согнанные какие-то люди, да? И мы не знали, где вот эти средние, действительно, такой медианные россияне. Но вот он появился. Он появился впервые во время мобилизации. Вот как, если вы хотите узнать, кто такой россиянин, то это тот самый человек, который молча садится в автобус ехать с нами воевать. Именно молча, потому что те, которые там что-нибудь там кричат, это не среднестатистические, их мало. Да? Большинство молча, тупо, как бараны, садятся в автобус. Это и есть средний россиянин. То есть это не тот, который стоит на границе с Казахстаном, Монголией и Грузией? Нет, то есть это тот, который молча садится в автобус и едет воевать с Украиной. Угу. Мы же говорим именно о средних. Смотрите, вот убежали сейчас в связи с мобилизацией примерно, уже последние сегодня слышал цифры, 700 тысяч. Но это в процентах же очень мало от россиян, это там меньше 1%. Убежали до этого за 7 месяцев, ну еще, скажем, 1 или 2 миллиона, но в любом случае там 1%. А в автобусы садятся массово. Кого позвали, те и садятся. И вот тогда дальше, если описать портрет этой семьи, такой средний, кстати, почему я его составил, потому что мне вот в комментах там пишут, когда я что-нибудь наезжаю на россиян за то, что они садятся в автобус, говорят, ну а как у людей кредиты, ипотека, а как нам будут жить и так далее. Вот он средний портрет. Вот человек, у него кредит за старый телефон, например, не знаю, и за «Жигули». Это вот мужчина, у которого этот кредит. А его жена с ребенком теперь будут ждать, соответственно, жена будет работать учительницей, потому что в России, кроме учительниц, больше никто не нужен. 50% компании ушли, вы же сами сказали, да? Остались нужны учительницы. Учительницы, они подделывают, занимаются подделкой этих всяких референдумов, там вот этого всего, да? Что там еще бывает у них? Выборов. Вот нужны учителя. Это мы сейчас про среднего говорим, мы сейчас не оскорбляем россиян в целом, да, потому что они разные. Но средний вот такой портрет. Бывает же такой портрет средней семьи, это... не знаю, там, где вот было в Индии когда-то, когда вели пропаганду сокращения населения, то вешали портрет средней семьи, что вот муж, жена, двое детей. Типа, чтобы показать, что не надо 18 детей, как у них было принято. Вот средний россиянин. Отец, мать, один ребенок. Ребенка готовят к тому, чтобы он тоже стал мясом. Отец поехал возвращать кредит за «Жигули». Ну, а ребенок вырастет, сядет на «Жигули», поедет в военкомат. Примерно вот такой портрет. А эти люди почувствовали на себе каким-то образом уход 50% зарубежных компаний с рынка Российской Федерации? Да, они стали жить беднее. Другое дело, что они жили достаточно бедно и так, эти средние россияне. И как бы нельзя сказать, что они там потеряли какие-то сплошные эти походы в ресторан или что-то, они в рестораны и не ходили. Но они стали жить беднее. Они пока относятся к временным трудностям. Потому что им сказали по телевизору, что временные трудности существуют. Ведь напали же сатанисты, как вы знаете. На Россию напали сатанисты, из-за этого крупа подорожала, подорожали лекарства, какие-то лекарства исчезли из-за ухода, кстати, фармакологических, в том числе, компаний. Поэтому, да, они почувствовали, вы знаете, там по разным сведениям, но это разные совершенно люди, мне говорят, что цены в магазинах вот на самые-самые базовые вещи выросли местами в 2-3 раза в рублях, понимаете? И, конечно, этим людям сейчас там тяжело. Но гораздо больше они все это почувствуют, когда к ним, когда их вот эти мужья, отцы, молча садящиеся в автобусы, станут исчезать по одному, именно исчезать. Их же не будут привозить мертвым большинство, просто будут говорить, что пропал где-то, не знаем, потом приедет. И как думаете, какова будет реакция среднестатистического россиянина на это все? Ну вот это первая надежда на какие-то массовые волнения. Потому что пока он куда-то уехал там, защищать родину от сатанистов, это одна история, а дальше он перестанет отвечать по телефону. До этого, когда контрактники переставали отвечать по телефону, все понимали, ну люди военные, у нас война, военные. Понятно, что он на секретном задании. Но тут-то уехали простые, обычные совершенно работяги, и военное командование российское, естественно, не будет сообщать о потерях. Ну, там об одном из 20 сообщат, а остальных будут говорить, вот я уверен, что до конца войны. Будут держаться того, что не-не-не, он сейчас там на спецзадании под Мелитополем, да? Вот. Но, понимаете, их увезли компактно. Я думаю, что люди из одного какого-нибудь маленького городка находятся на одном участке фронта, и их накрывает одним «Хаймарсом». И когда будут гибнуть по 20-30 от одного «Хаймарса» выходцев из одного маленького городка или села, и исчезать, представьте, все мужчины села вдруг исчезнут. Вот тогда там могут начаться настоящие волнения, женские волнения. Мы это наблюдали во время, в России, во время войны в Чечне, когда комитеты солдатских матерей и так далее. И ведь тогда не было мобилизации. А с мобилизацией, которая будет дальше и дальше, конечно, это будет нарастать. Когда в Хабаровске одного этого забрали, как его звали, губернатора, куда-то убрали, то десятки тысяч людей вышли на улицу и выходили несколько месяцев. А уж если у них исчезнет не один губернатор, а все их мужчины из села, это будет важным триггером. Может стать, правда? Да, может. Фургал, если не ошибаюсь, звали этого губернатора и зовут до сих пор, он жив-здоров. Так вот, Фургал при этом действительно жив, никуда не пропадал, его просто задерживали, да, при этом, или там снимали с должности. А тут действительно люди будут пропадать, вряд ли будут забирать своих, бросают, как и делали это раньше. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, какая картинка или какая причинно-следственная связь сейчас выстраивается в головах у среднестатистического россиянина относительно всего происходящего, относительно ухода зарубежных компаний? То есть просматривается ли там правильная связь? Есть агрессия, а значит есть уход компаний. Или же все наоборот, все как рассказывает, например, пропаганда. Это компании начали уходить в знак агрессии, диверсии против Российской Федерации. Именно поэтому Россия должна воевать. Ну, на самом деле, мне кажется, что уход зарубежных компаний, вот этих 50%, все-таки коснулся скорее жителей больших городов, чем вот этих небольших, таких среднего совсем размера, таких больших сел и малых городов, да, которые молча садятся в автобусы. Поэтому в первую очередь это задевает не среднего россиянина, а такой средний класс. Да, средний класс и верхний средний класс, и нижний средний класс. Потому что эти люди, вот люди, которые садятся в автобусы, они приехали на «Жигулях». А люди, которые драпали в Грузию и в Казахстан, они уезжали на «Тойотах», на всяких хотя бы, не на «Мерседесах», но на «Тойотах» каких-то, на «Маздах», которые производились в Российской Федерации, а больше не производятся. Тоже компании, которые ушли. Вообще, знаете, что больше всего сократилось именно производство автомобилей. На 96% в России сократилось производство автомобилей за время войны. На 96%. В смысле, осталось 4%. Вот. И, конечно, это касается жителей городов, потому что они привыкли к определенному уровню и товаров, и потребления, и все это исчезло вдруг. А люди, которые вот в этих больших поселка городского типа, ну да, исчез какой-то вид йогурта, грубо говоря. Ну да, они теперь вместо йогурта будут снова есть сметану, как они ее раньше ели. Вот примерно так для них это. У них больше то, что исчезло рабочее место. Ведь они в этих больших компаниях, да, вот так вот скажем, те, кто в больших городах, они потребляли продукцию этих больших компаний, а те, кто в малых городах, они работали на эти компании. Ведь где все автозаводы? Они же не в Москве, они в Колпино, понимаете, вот все эти автозаводы, которые закрылись. Вот жители Колпина почувствовали, потому что у них исчезли все рабочие места одновременно. Весь город остался без работы. Еще есть город Калуга, например, где делается все пиво Российской Федерации иностранными компаниями, из которых часть ушла. Я думаю, там тоже люди лишились работы. И это только то, что у меня на слуху. Я уверен, что люди гораздо более грамотные, кто больше понимает в российском производственном цикле, назовут вам таких десятки, если не сотни городов, малых городов, где монопроизводство, знаете, вот. Колпино знаменита тем, что там все автозаводы, все. Ну вот наверняка есть такие же и другие специализированные. Все чипсы делаются в Зеленограде, но это я шучу, я не знаю, где делаются все чипсы, но я уверен, что в одном городе тоже. А как думаете, дойдет ли до среднестатистического россиянина, да, что вот это все результат, вот как Вова задавал вопрос, что это все результат войны, которую затеяла Российская Федерация в Украине. Или все-таки вот быстрее дойдут все-таки похоронки до среднестатистического россияна? Дойдет, но через похоронки. То есть через исчезновение похоронок, скорее всего, не будет. На большинство погибших не будет похоронок. Они просто исчезнут без следа. И их нужно будет искать. Ну, вот этим их родственникам. То есть, если железный занавес, грубо говоря, закроется, да, то среднестатистический россиянин так и не поймет, что случилось. Получается, что нет, так? Еще смотрите, до 20 сентября этого года, до 20 сентября, то есть первые 7 месяцев войны, среднестатистического россиянина война, в общем, не касалась. Да, все подорожало, но им говорили, что это сатанисты, а не война. Просто, ну, сатанисты, поэтому подорожало хлеб, там, мука из-за сатанистов. Но это логично как бы. Это, естественно, логично как бы. Ну, по всем каналам это говорят, и это понятно любому умному человеку, что сатанисты во всем виноваты. Но Путин изменил эту ситуацию. Сам лично Путин своим решением о мобилизации полностью изменил ситуацию внутри России. Он подключил к войне вот этих среднестатистических россиян. Они не участвовали в войне, она их не касалась. А сегодня коснулась буквально каждого, прямо буквально. Потому что, да, они забрали всего там 200 тысяч человек, но повестки получили миллионы, уже повестки на регистрацию, на то, на все, родственники. Представляете себе этот масштаб? Путин втянул всех вот этих россиян в войну. До этого он их не втягивал, он мечтал обойтись без них, чтобы не вызвать никаких там бунтов, волнений и так далее. Он хотел обойтись силами профессионалов, купленных наемников и так далее. И тогда бы все ему сошло с рук, если бы у него получилось. Если бы не наши войска, да, которые не позволили его профессиональной армии достичь успеха. Теперь он посылает вот эту массовую армию, и уже, значит, массовые россияне и массовых россиян впервые все это коснется. Впервые. Спасибо вам большое. Михаил Шейтельман был с нами на прямой связи.